Привет! Мяу! Мяу! Ой, Илюська, бегом! Привет! Макис, давай, давай, давай сюда. Давай, давай, давай. Ты у нас котенок, который возомнил себя енотом. Да? Мяу! Давай, Макис. Макис. А, люди. И все такие тык-тык-тык-тык-тык к людям. Шурик, эквилибрист. Ну, ну, писёночка. Давай нос. Сейчас? Что, даже не печёнку, да? Пообщаться, пообщаться. А, Таш, кот, коток, енота, команда. Все такие чап-чап-чап, уже приезжают. Люди, которые ищут, спрашивают, где енот Шурик живет. Да? Давай, на дверь, на дверь. Шурик, 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 Шу. Пошли, радость моя. Ать, я тебя укушу. Ты. Злюкин, Злюкин, ай, Люлю. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну? Что? От психушка. От психушка. От психушка. Сейчас. Ага. Шурик, спускайся. Все, опять расфыркался. Весь распсиховался. Посмотри, опять вот фыркает. Разозлился. Что такое, его не пустили на улицу? А ты ж паук енотовый. Сейчас я открою. Зато котам лафа. Давайте, кушайте. И на улицу гулять. Радовать людей. Он курочкам надо принести. Я там хлеб положила на стол на улице. Ты, паучара, спускайся. Он аж, смотрите, аж рот открывает, психует, шипит, за Владом наблюдает. Вот ты злюка! Вот все еноты в тайгане, вы, друзья, знаете, сидят у себя в клеточках. Лапки протягивают, вкусняшечку просят. И только Шурик никакие лапы не тянет, а плетет он свою паутину. Все, куры прибежали. Пока вот так вот он. Приедешь. Его вот вообще, когда он там сидит, его вообще невозможно увидеть. Люди подходят, но туда он идет. Смотрите, аж рот такой открывает. Вон, шипит такой, язык высовывает. Это верх злюкости у Шурика. Такой фу-фу-фу, как ежик, только такой, как большой ежик. Фыркает. Спускайся. Эй! Пока ты перепсихуешь, да, пока вниз головой, как летучая мышь, повисишь, печень уйдет. О, Шанель, сейчас. Давай, первая наелась, пошла. Кто еще? Оба, 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 увидел открытую дверь. Ну все. Сейчас будет, сейчас, если меня сейчас не выпустят, то я вам устрою. Я вас всех покусаю. Скажи, как меня? Нет, так они двери настежь открывают. А как я тут? Так, второй вышел, да? Ну, Маркиз, понятно.
Наши солнечные коты пошли гулять, радовать. Не, петух, ты не заходи. Шурик, растяжка, как у циркуля. Спускайся. Психушка, спускайся. Нет, к этой дырке попался. К дереву своему, к дереву, да? Ну иди, мой мальчик, иди. Иди, мой красивейший в мире енот. Иди. Иди. Я не буду тебя обижать. Нет. Пойдешь гулять. Иди ко мне. Иди, иди. Спускайся, моя попа толстая. Давай. Давай. Мой мокрый нос. Оп, оп, оп. А тут Шкода. Научился. Паук. Енот. Ать, ать. Лапку так. Ать. На 6 клеточек. Ать. Ать. И сейчас поползет так к двери, да? Ну, все. Коты все ушли. Все наелись. Ты спускаться будешь? М? Или обидки строить? Шурик, не злюкайся. У меня сейчас новый любимец. Тоже еще один есть. Тигренок. А, там уже Марселя поймали. Люди говорят, я тигра поймал. Марселя, маркиза. Нюхает, нюхает, нюхает. На свободу хочет. Шурик, уйду сейчас. Уйду к тигренку и к Дане. Шурик. Он же ж на свободу тянет. Что ты с этим будешь делать? Так, или спускайся давай, давай, или я ухожу. Угу, решил все-таки спуститься, да? Давай, 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 давай. Так, Марсель, ты что, не доел? Выгонишь вас отсюда, как же? Ну, ты еще фыркаешь, нет? Будем дружить, нет? Ты обижаешься, нет? Ну. Надо же у Марселя. Марсель сзади есть еще. А то так останешься без вкусненького. Со своими обидами. Ну, уже вроде бы не фырчит. Простил, да, меня? Скажи, нет, просто есть хочется. За еду продался, да? За печеночку. Фасоны перестал строить? Или подумал, что я и правда к тигренку уйду с Даной? В зоопарке свято место, пусто не бывает. Ой! Ах, вот так? Вот так, да? Хорошо. Ух. Давай уже тарелку заберу.
Дивану Майселя.